выпускная квалификационная работа студентки 5 курса Керимовой Нины Сайфутдиновны. Содержание программы. Веретенцы. Хоровая песня в обработке Григория Пантюкова. Исполняет женский ансамбль. Запевает Анастасия Гайденко. «Ехал казах за Дунай». Семейно-бытовая песня, записанная в станице Галибаевской, Курского района, Ставропольского края. Исполняет хор. «Чего ты, Калина, листья опустила?» Лирическая песня, записанная в селе Труновском, Труновского района, Ставропольского края. Запись, нотация Нины Керимовой. Исполняет женский ансамбль, запевает Тамила Абдулаева. «На горе на Вороньке» – уральская лирическая песня в обработке Виктора Горячих. Исполняет хор, запевает Роман Хализов. «Как донские казаки» – плясовая песня из репертуара ансамбля «Казачий круг». Исполняет хор, запевает Максим Бондарев. «Один был сад зеленый» – лирическая песня, записанная в селе Труновском, Труновского района, Ставропольского края. Запись, нотация Нины Керимовой. Исполняет женский ансамбль, запевает Анастасия Горбатенко. «Гуляй, Настя, в саду» – плясовая песня Нижнего Дона из репертуара ансамбля «Станицы». Исполняет хор, запевает Роман Хализов. Литературно-документальный концерт «Казаки. Неразделенная любовь». Thank you.
смиренная молитвой от рук любимых и родных, в боях оно служило оберегом для сыновей и казаков седых. Первая мировая война. Добровольцем на фронт со своими сверстниками ушел 17-летний Николай Туроверов, а за ним вскоре и 16-летний брат Александр. Те слова, что мне сказала благословляющая мать: иди, мой сын, иди смелее, и жизнь моя уйдет с тобой, но будет мне еще больнее, когда останешься со мной. Пустила, да и ты, как
А бывали моменты, когда я готов был кончить жизнь. Ни пищи, ни работы, ни знания языка и так далее. Все это сказывалось душе. Хочется Пасху, хочется курить, знаете. А здесь ни работы, ничего нет. Болгарские обычаи такой же, как и русские. Перед Пасхой на могилку уходят, оставляют пасочки, кусочки, яйца и так далее. И вот болгары проснулись у всех покойников. Все покойники поели, и все. Мы целую неделю питались, а после мы как-то выбрались, понимаете? Ой, не для меня придет Пасха, за стол родня вся соберется. Ой, но придет, а рюмочка прольется, такая жизнь для меня. Ой, не для меня придет весна, когда постучусь в двора. Чужая на выгоне хата, бурьян на упавшем плите, да отблеск степного заката, застывший в глубоком огне, и скажет негромко и сухо, что мне здесь нельзя ночевать, в лохмотьях босая старуха, меня не узнавшая. Слава!
ветвью на ветру, старались держаться вместе, единым казачьим кругом. Организовали 64 станицы по зарубежью, создали комитет и центр казачьей культуры. Издавали газеты, журналы, книги, трудоустраивались, обретали новые специальности, изучали иностранные языки. Воспитывали детей в православной вере, в традициях казачества. Я верю, верю и никогда не переменил свое мнение.